на месте. Хорошо. Ничего не видно? У меня на ногах, как железные сапоги, я бы даже сказала, ходули. Ох, вот как. Ну, на это ж сейчас будем разбираться. Мы приветствуем Лоретту. Интересуемся, готова ли она к чистке, диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе наперед сеанс? Доверит, но у нее вот от этих сапог еще вверх идет под ключки и заканчивается такой шапочкой, тоже железной на голове. Хорошо. Даю команду сканеру. Сканер сейчас отключает эту шапочку, эту подключку, отключает эти грузы на ногах. Полностью все это выходит до последнего чипа датчика, импланта, конвектора. Все сопутствующие энергии выходят вместе с этим. И отправляется вся эта конструкция в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Она отключается. Здесь как присоски, ровотки какие-то. Лоб полностью закрывает эта шапочка. Дальше идет сзади по шее, плечи. Посмотрим, кто это. Ногам спускается. Позвоночник у нее полностью вплетен в эту конструкцию. А на левой стопе ты видишь что-то? Посмотри. Я не вижу стопы вообще. Ну, ждем, пока все выйдет. Сейчас вижу, там идут энергии какие-то. Синий такого неонового цвета. Хорошо. Отключается? Да. Готово. Готово. В клетке? Да. Выстраиваю канал вот этой конструкции к ответственным. 1, 2, 3. И притягиваю их в клетку тюрьмы. Где бы они ни находились? 1, 2, 3. Стоят в клетке. Гуманоид. Снимаются все маски и голограммы. Гуманоид предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Большая голова у него. Хорошо. Он почему-то цветом таким же, как вот эта энергия на ноге. Ты спрашивал налево. Хорошо. Откуда гуманоид у нас? Ута. Ута. Ну, хорошо. Ута. Будем сегодня разбираться с тобой. Посмотрим, будет ли в конце этого сеанса стоять эта конструкция в тебе. Я ее с удовольствием перепрограммирую на ток энергии, если ты меня не убедишь, что у тебя есть какой-то контракт или какая-то договоренность с ней. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Лоретты, под ногами 360 градусов вокруг нее. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Лоретты, находит все. Не, кто это? Инсект, хорошо. Джин, бес. Кто-то прячется? Там у него в горле кто-то. У кого у него? У нее. У нее в горле? Хорошо. Даю силу моего намерения, то, что в горле находится у Лоретты, выходит сейчас вместе с сопутствующими энергиями, отстегивается, отключается полностью, зависает перед ней. Она переполнена этими энергиями гуманоида. Никого нет больше. Это энергия гуманоида вышла или что-то? Ну, как хранилище. От него информация идет, что вот эта конструкция, которая на ней стоит, он забирал важные человеческие биоматериалы, костный мозг, жидкость костная. Это как хранилище. Ты уже передавал этот биоматериал на свою планету? Да. Сколько раз? Он показывает, как с помощью этой конструкции он оттягивает с нее разные биоматериалы и складывает вот это хранилище, которое находится в Вишудхе, цвету, похожему на чакру. Так это получается ее энергия сейчас, которая в горле находится? Ты это сказала? Его энергии. Это как хранилище, таким шаром вышли. Но он же хранит в горле ее энергии. Это хранилище, похожее по цвету на Вишудху, на голубую чакру, только он неоновым цветом, чтобы не шел совсем в разрез. Он выбрал эту чакру. Даже не выбрал. Он говорит, что так по протоколу. Почему протоколу? Кто протокол делал? Значит, он медик. Медик. Исследующий медик. Он четко знает, какие биоматериалы нужны. Что он знает и что ему нужно, это одно дело. Второй вопрос, разрешал ли ему кто-то это делать или нет. Есть ли разрешение Лоретты на это массивнейшее воздействие и вмешательство, нарушение законов? Ты отнял свободу и воли, свободу, право распоряжаться собственными энергиями. И ты думаешь, это пройдет тебе как-то безнаказанно, гуманоид? Он почему-то показывает, и я пока не поняла смысл этого. Ей весело, у нее хорошее настроение, она картошку чистит. И что и это он значит? Стоит перед ней, она его не видит.
Да. Он стоит перед ней, наблюдает за ней. То есть он пытается войти. Ну как, он знает, что войти, он ждет момент. Он транслирует ей какие-то вопросы. Вот. Спроси просто, есть контракт или нет. Это так долго идет. Я несколько раз уже спрашивал, у тебя есть контракт с ней, гуманоид или нет? Он говорит, не подписанный. Если он не подписанный, значит его нет? Словесный. Словесный контракт. Обманом? Ты считаешь это контрактом? Мне хватает этого. Хорошо. Я смотрю, ты такой самоуверенный, прям аж в своих силах, в своих возможностях. Ты все четко знаешь, идешь по протоколу. Я тебе скажу, что я тебе сегодня твой протокол нарушу. В моих руках появляется шар живой плазмы. 1, 2, 3. Вот это я намерен тебе сегодня, гуманоид, засунуть в твой рот и отправить тебя на твою чистоту, если Лоретта меня об этом попросит. Она хозяйка своих энергий, и ты находишься в ее биополе. Здесь действуют ее законы. Говорит, что живая плазма уничтожает наши тонкие тела, но мы ищем фильтр предотвратить это. Да. Ну, пока вы его найдете, очень много из вас прочувствует это на себе. Уже прочувствовали, кстати, вы знаете об этом. Хорошо. Так, это все долго мне длится. Поехали сейчас по реверсу энергии. В процессе реверса я буду задавать вопросы, все будут отвечать. Кто не будет отвечать, на того идет воздействие на его чистоте. Убирая шар, входит в меня с живой плазмой. Я даю команду тонкой копии Лоретты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогенные низковибрационные энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Лоретте. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраиваю конструкцию, отдельный канал, и реверсом в него Лоретта отдает весь негатив, который она получила из этой конструкции. Мощным потоком до 100%. Все пошло назад. А еще к этому хранилищу, он как шар в другой клетке. Я вижу в нем биоматериалы, они как в пробирках лежат. И к этому шару, хорошо, шар допишу себе. К этому шару выстраиваю еще отдельный канал от Лоретты и реверсом в него отдаю весь негатив, который она получила от этого шара. Пошел процесс. Значит, по каналу идет энергия этого шара и показывает, как они одна за другой, как нити такие синхронизировались с ее горловой чакрой и образовали этот шар. Сколько гуманоид находился в биополе? 22 года. 22 года. Инсектоид, сколько ты находился в биополе? 3 года, 4 месяца. Джин, считай цифры над головой. 36, 25. Синий, да? Синий. Сколько находился? 2 года. И без, считай цифры над головой. 8. Сколько находился в биополе? 4 месяца. Хорошо, ждем окончания реверса. Здесь еще информация идет, что эта конструкция, когда работала, она как вибрировала, и у нее тело вибрировало, она могла чувствовать это. Эти вибрации. Понятно. Что с ногами? Левая нога. Кто оказывал на нее такое массивное воздействие? На стопы? Что у человека? Энергии шли в разрез. Энергии чьи? Гуманоида, да. Конструкции. Значит, его гуманоид. Гуманоид. Человек делал операции, был вынужден. Ты нанес очень серьезный ущерб его здоровью. Скорее всего, тебе сегодня тоже нанесут очень серьезный ущерб. Знаешь же закон кармы, да? Получишь то, что дал. Он показывает лаборатории. Он медик, исследующий медик. Ему нужны эти биоматериалы для скрещивания, дальнейшей разработки. Ну, как они могут использоваться. У тебя сейчас будут другие проблемы, гуманоид. Тебе будет не до этого. И лабораторию ты свою, скорее всего, очень долго не увидишь. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Лоретта забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли. До последней капли возвращает Лоретта себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И забираем из конструкции. Пошли назад. Что возвращается из шара и конструкции, Вера? Посмотри, пожалуйста. Из шара возвращается вот эта жидкость костная. Костный мозг. Костный мозг, понятно.
мышечная какая-то. Я не скажу, что это жидкость мышечная. Энергия. ДНК, что ли? Может быть. Даже не энергия, это как органика какая-то. Хорошо. Масса. Как нити такие идут. А вот от конструкции возвращается устойчивость, баланс тела, концентрация, гармония. Все энергии возвращаются. Хорошо. По всем чакрам. Готов. Отлично. Хорошо. Начинаем с беса. Бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в биополе. Отключайся полностью. Бес, есть лярвы в биополе? Лоретты? Что они все притихли, он кивает просто и на ноги показывает. Хорошо. Ты хочешь их получить, попросить у меня? Кивает. Хорошо, снимай сначала все, что ты оставил свое. После этого я дам тебе отдельную команду. Прямо на месте доложи, что ты все убрал. Приступай. Чего же они так притихли, а? Он боль собирал. Ну, боли там много было в ногах. Ты утяжелял эту боль? Без? У него стоит как что-то типа сетки, куда он собирал эту боль. И там питался ей. Понятно. Но собрал. Понятно. Но эти стопы, проблема со стопами, ты их утяжелял, ты участвовал в этом процессе, или это все от гуманоида шло? Он не мог туда подобраться. Это закрытые конструкции, которые он не входит. Mm-hmm. Он лишь вставил такую сетку, на которую он эту боль собирал. Ну, там боли гуманоиду было не нужна боль. Понятно. Хорошо. Нужна. Где находится лярва без? Ноги. Я разрешаю тебе их забрать. Собирай все и возвращайся в клетку. Приступай. У него подошвы, две лярвы на обоих подошвах. На обоих подошвах две лярвы. Груз, нагрузка шла туда от этой конструкции в том числе. Понятно. Снял. Хорошо. Возвращайся в клетку. Джин, с какой вещью ты попал 2 года назад? Что-то показывает на ручку похожее. С мелочью. С мелочью какой-то. Хорошо, Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыльцу, отключайся полностью. Ничего не забывай, всю свою пыль собирай. Давай. Доложи мне о готовности к проверке, когда ты закончишь. Проверка будет проходить несколько миллионов герц сканером. Если кто-то оставит что-то или забудет, он просто сгорит по каналам в клетку. В клетке, я вас предупредил. Значит, Джин показывает, что ей приходилось тратить деньги постоянно. Одно заканчивает, второе выходит, третье, одно за другим. Это он помогал? Расходы, да. А как ты помогал? Непредвиденные. А как ты помогал? Как ты так делал, что эти расходы увеличивались? Джин умеет так делать. Да? А если Джин со мной не поделится информацией, он идет без челмы, без колец и без серег своих магических. Он хочет со мной поиграться? Какая информация тебя интересует? Как ты делал так, что у человека возникали финансовые проблемы? Большие расходы в этом конкретном случае. Мой вопрос. Подстраивал ситуации. То есть ты можешь влиять на ситуации? Конечно, в мою пользу. А, вот как, понятно. И вся ее работа, чтобы погасить эти финансовые проблемы и так далее, вот на этом ты и зарабатывал свои золотые монеты. Я трачу энергию на простройку ситуации, она платит за это. А что она получает за это? От Джина? Вот тоже. Она отдает то, что мне нужно. А что получает, что ты ей дал? Тоже, Джин, ничего ты не можешь дать. Все снял. А, хорошо, поехали дальше. Инсектоид. Выходи, вытаскивай свои инкубаторы. Сколько у тебя инкубаторов? Один. Вытаскивай инкубаторы, отключайся полностью. Приступай и возвращайся в клетку. Он вынес овальный, такой вытянутый какой-то инкубатор. Вытащил. Хорошо, даю команду сканеру. Сканер сейчас проверит Лоретту на чистоте гуманоида, конструкции шара. Осталось ли еще что-то на этой чистоте? Пошло сканирование. Мелкие частицы уничтожаются на месте. Но есть фантомы от всего этого. Ее тонкие тела как помнят, это память установки. Даю команду на счет 3. Все фантомы от установки и конструкции гуманоида выходят. 1, 2, 3 и зависает перед Лореттой. Готово. Открывая под ними портал в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо, больше ничего нет, да? Нет, она чистая. Отлично. Даю команду на рассинхронизацию Лоретты. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Включаю внутренний белосвет Лоретты. Этим внутренним белым светом она выдалит из себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии, находящиеся в ее биополе, а также на частотах интерферентов. Пошел свет. Энергия выходит и формируется перед Лореттой в шар. Очень маленький шар вышел, остаточной энергии.
Открывая под шаром портал галактической дрожь, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, я спрашиваю всех присутствующих, кто еще присутствует в квартире Лоретты? Никто. Хорошо. Никто из них, да? Нет. Хорошо. Итак, скажи мне, какие там эмоции самые такие тебя притягивают в ней, на которую ты вошел? Что это Он такое? На боль зашел. Ты на боль зашел. Хорошо. Эмоциональный фантом тебя интересует? Да. Выходит, эмоциональный фантом Лоретты проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низковибрационные эмоциональные энергии, генерированные, проецируются на эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Много? Много. Лоретта, вы готовы расстаться с этими энергиями? С удовольствием расстанусь. Сворачивай эти энергии в шар. Бес забираешь? Да. Отправляй бесу. Готово. Удачно зашел. Готов уходить? Готов. Открывает. Больше не приходи, бес. Я это биополе буду проверять. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя, ставь огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, Джин. Тебя это тоже касается. Ты больше никаким образом к ней не подойдешь. Тебе это понятно? Да. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Инсектоид готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Давай сейчас аннулируем контракты, которые есть, и дальше будем разбираться. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Лоретта должна взять ответственность за свою жизнь, свои руки, выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Я говорю слухи о том, как копия повторяет за мной. Я. Соглашением, контрактом и договорам. Договора выходят, активные подсвечиваются. Лоретта, Лариса, вы готовы расторгнуть контракт? Готова. Повторяйте за мной. Вам право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. А она есть. Готова. Открывается воронка в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, ставлю монитор перед клеткой и даю команду. На мониторе сейчас мы видим четко, сколько копий Ларисы, Лоретты находится в мире гуманоида. 1, 2, 3. Это вещь четко и ясно. Это не копия. А что это? Это ее биоматериал. Отлично. Выстраиваем канал от Лоретты к ее биоматериалу, ДНК, частичкам души, к родным энергиям. И по этому каналу реверсом забираем все свое назад по праву. 1, 2, 3. Пошла вся энергия назад. Все, что было украдено у Ларисы, все возвращается ей назад. Она хозяйка своих энергий, своего биоматериала, забирает все свое по праву. Опиши. Мне не хватает силы намерения. Лариса, вы хотите забрать свои энергии назад? Дай ей команду. Хорошо, Лариса, я вам даю команду. Сейчас я посчитаю до 3, и вы заберете все, что у вас украли. Вы готовы это сделать? Она очень ждет, но не знает, как ждет команду от тебя. Хорошо, я подхожу ей, помогаю ей моей энергии. И сейчас я считаю до 3, и вся ваша родная энергия, украденная, возвращается назад вам. 1, 2, 3. По каналам пошла энергия назад. Все свое забираем по праву. Знаешь, ей как ниточки возвращается очень много биоматериала с разных, как пробирок. Некоторые не использованы, а некоторые уже смешаны с другими. Вот ее отделяется и возвращается. Готово. Отлично. Хорошо. Теперь вы полная. Мы вам вернули все, что у вас украли. Лоретта. Бери экран. Убираю экран. Хорошо. Мы закончили с возвратом. Ли, я прошу тебя выйти на связь. Слушай. Посмотри, пожалуйста, гуманоид Уты, лаборант, 22 года сидел, конструкция. Я медик. И что? Для меня разные уровни. Ты для меня интерферент. У тебя есть выбор между живой плазмой и межгалактической полицией. Выбирай. Выбор сделан. Они хорошо забирают гуманоиды, они забирают этот шар-хранилище тоже. А, еще там. Конструкцию уничтожить. Под конструкцией открывая портал в галактическое ядро, конструкция уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Клетка пустая или что-то да осталось? Ну все, тогда поехали дальше по частотам. Готово. Хорошо. Как вы себя чувствуете, Лоретта?
Мне очень тепло, я вся вибрирую, но это другие вибрации, мои родные. Я чувствую, что гармонизация еще не закончена. И энергии распределяются и наполняют меня по всем телам. У нее все энергии, они двигаются, по ней находят свои... Чакры. Не только чакры, они распределяются именно туда, где ей нужно. А, отлично. Как раз за излечая. Этот процесс будет еще продолжаться несколько дней, потом вам сразу станет, должно стать легче. Причину ваших болей в ногах, как вы поняли, мы установили. Виновного забрала межгалактическая полиция, и он очень не очень скоро оттуда выйдет. Хорошо, Лоретта, Лариса, будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии сейчас перешли на физический план. Наш администратор перешлет вам, что делать дальше после сеанса, а также текст манифеста. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Лоретты в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.